Идет Захар по городу, свой бар идет по улице, и от улыбок девичьих вся улица светлая. Наш медовый месяц, как ты хотела. Египет. Ультра all inclusive. То есть целую неделю пузом кверху мы будем закидываться халявным дискариком. Давай отменим свадьбу. Чего? Расстались чего? Люблю, но ухожу. Ну не мучьте меня, правда. Я тоже запуталась. Ему помочь надо. Какой плохой сотрудник. Придется тебя сегодня вечером наказать. Извращенец вонючий. Сюрприз. А что это за квашня? Решила немного подиетиться. Не какая ты не жирная. Ой, в смысле не толстая. Мужчина в этом доме! Ты что, в обуви по квартире ходишь? Че, Альфонс, что ли? Просто я хорошо знаю женщин. Жека мне теперь помогает Аленку вернуть. Ты типа случайно пришел, начал ей уши заливать, какой я офигенный. Буду твоим инфлюенсером. Нет, давай только то, что я сказал, хорошо? Блин, почему не ведут такое правило? Типа поскорбел после расставания 40 дней и все. Загнала под каблук, потом сломала. Да, ну точно не давал. По-любому не давал. Да. Что происходит? Это кто? Мама, мы с ней по телефону разговариваем. Ну, хочу Аленке романтику устроить. Это иконского, ой, женского возбудителя пацы. Мы с Аленкой на одной волне. Он постоянно на своей волне. Девушки любят цветы, духи. Колбасы любят жиробас. Всем кислое звено. Вообще, все высказывает. Ты сам ужасный, милый человек. Ну, пару. А потом переспят, и все. Я Захар, я тебя люблю, ты будешь моей. Так вот что значит токсичные отношения. Надо дать Алене то, чего она хочет. Мисс, фиг пойми, что хочу. Перемен. Весь меня тут по-настоящему. Слышно, сахароводы, баян, пьяные драки. Всем пиво за мой счет, я угощаю.